В Эмиконском районе реализуется направление экологической культуры и безопасности. Так, Сардановская средняя школа выбрала агротехнический профиль. При средней школе села Учугей планируется создание питомника лекарственных трав. А в Устинерской гимназии открыт класс экологии. Все подробности у Светланы Поцелуевой. Шестиклассникам Устинерской гимназии повезло. Не в каждый класс на мероприятие приходит заместитель министра. Посвящая учеников в «Зеленые пионеры зеленой России», Яков Иванович сказал. Республика 700 тысяч озер. 700 тысяч рек. Получается, на каждого из вас одна ручеек, речка и озеро. И мы должны его сохранять. Дмитрий Анатольевич Медведев, он недавно озвучил с высокой трибуны, что будут приняты госстандарты Российской Федерации, и предмет экологии, он войдет в программу. Я очень надеюсь, что оно войдет, и ваша гимназия одним из первых внедрет его. Ребятам подарили видеопрограммы и книги об экологии и природе Якутии. Повязали зеленые галстуки и вручили зачетные книжки. Мы чтим экологию! И чтим мы не зря. Победе, 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 друзья! Знаете, я сегодня очень впечатлен открытием класса экологии в гимназии Устинерском. Это 6 класс, 22 ученика сегодня получили зачетные книжки, и они были включены в «Зеленые пионеры». И я так думаю, что Министерство охраны природы сегодня приобрело в Устинерском улусе 22 своих соратников и в будущем общественных экологических инспекторов, и еще далее, я так думаю, что государственных инспекторов. Сохранение окружающей нас среды – дело благородное и благодарное. Не только ты сам, но и твои дети и внуки будут дышать чистым воздухом, купаться в прозрачной воде и есть здоровую пищу. Нынешние шестиклассники хорошо это понимают и готовы внести свой посильный вклад. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК Саха, Устинера.